Тему ухода хочу продолжить еще вот в связи с чем. Почти незаметно для России, для Питера, для Вологды, откуда этот человек родом, ушла замечательная женщина, которая невероятно любила Россию. Светлана Васильевна Жарникова. Она так любила русский север и русскую историю, что ей в этом среди историков и этнографов, пожалуй, не было равных по эмоции и по преданности делу. Она шла своим курсом, часто далеким от официального, ну очень далеким от официального. Ей доставалось едкой критики со стороны коллег и анонимных блогеров. Она верила и доказывала, как ученые, что русская Гиперборея на самом деле была задолго до ледникового периода, что русские, русский народ, родоначальники всех индоевропейских народов мира, что цивилизацию распространили по Европе и далее на юг русские. Я, делая последнее интервью со Светланой Васильевной недавно, не успел ее спросить, считает ли она себя продолжателем дела Ломоносова, которого, помните, всю жизнь клевали норманы и сторонники унизительной для русских нормандской теории происхождения государства, считает ли она себя последователем Ломоносова. Она умерла на прошлой неделе, хоронили в воскресенье. Но сегодня, спустя неделю и в канун 9-го дня, давайте, друзья, еще раз увидим этого русского ученого, этнографа в сюжете о памяти. О памяти, без которой человек становится манкуртом, без которой и народ, и страна слабее, чем могли бы быть. Обретем память, станем сильнее. И тогда никакие шавки на службе империалистов не посмеют лаять на русского слона. Я не оговорился. Слоны, то есть мамонты в России, водились еще тогда, когда некоторые народы, при всем уважении, сидели еще на деревьях. В одном из самых загадочных произведений Пушкина «Руслан и Людмила», наполненном больше других его произведений символами и смыслами невидимого мира, которое произведение человек просто не мог бы написать без подсказок свыше, так вот, в «Руслане и Людмиле» среди прочих есть знаменитые строки «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей». От древних времен нам достались не только легенды и сказания, но еще и археологические и палеонтологические раскопки. Каждый нормальный человек, здраво рассуждая, он приходит в музей и видит мамонта, который там в диораме идет среди снегов. Он должен понимать, что мамонту надо кушать. Что в день он съедает 300-400 килограммов растительного и веточного корма. Что он потомок дикого лесного слона, которые здесь вообще-то водились. Выдающийся исследователь истории русского севера, этнограф с непререкаемой репутацией Светлана Жарникова, считает, что за несколько тысяч лет мир, в котором жили невиданные теперь в Арктике мамонты, мир неузнаваемо изменился. Но до сих пор в русском языке есть странные глагольные формы «прислоняться», слоняться в теплые Гипербореи, местности от Кольского полуострова до Ямала, где жили, по утверждению Жарниковой, наши прародители, прародители русские предки, невиданных зверей было неслыханно много. Иначе он откуда, с Луны, что ли, свалился на эту территорию? У нас мамонтовые кости? Мало этого. Любой нормальный человек должен понимать, что у него был же предок в палеолите. Иначе мы с вами просто не общались сейчас. Эту фразу ученого оценит любой Иван, помнящий свое родство, кто не хочет и не может поверить в то, что история великого русского народа насчитывает всего каких-то тысячу лет. Откуда бы он взялся вот сегодня? Мы только цепочка, как в песне где-то 80-х годов. Мы только цепочка, живая цепочка, идущая сквозь времена. И исходя из этого, он должен вообще-то думать о том, а где он, этот мой предок, жил? Это самый забытый из всех забытых жизненно важных вопросов. Кто же были наши настоящие предки? Мне всегда было интересно, а раньше-то что? Ну вот Киевская Русь, ну вот, а дальше, а раньше-то что? Ведь, ну как, не с потолка же свалились, не с дерева же слезли наши предки. Такого быть не может просто по определению. Весь современный Кольский полуостров буквально напичкан сотнями и даже тысячами артефактов, подтверждающих высочайший уровень цивилизации древних русских. Это и знаменитые лабиринты, и петроглифы, могучие скульптуры и даже пирамиды. Кто это сделал и для чего? Кто оставил нам, потомкам древних русских, эти приветы в виде сейдов? Так называются сверхтяжелые скалы, поднятые неведомой силой и установленные на трех крохотных камешках-валунах. Когда вы это видите, трогаете, и у вас такой непонятный восторг и изумление, как они могли это соорудить, не имея там кратов, да, каких-то подъемных кранов. Вот это совершенно другое. И это действительно какое-то некое послание в будущее.
Потому что те люди, которые жили за много-много тысяч лет до нас, они думали о будущем. Не только о сегодняшнем, не о будущем. И вообще они жили вне некого того пространства времени, в котором сейчас живем мы и осознаем его мы. Да, у них было совершенно иное мировоззрение. Историю русской государственности принято вести от крещения Руси. Все правильно. Но за давностью времен дохристианская культура и обычаи оказались под спудом веков, а политическая целесообразность сделала всю дохристианскую историю Руси нежелательным и опасным язычеством. Об этом много написано у блистательного филолога и историка Юрия Лотмана. Там действительно очень интересная мысль о том, что когда приходит какая-то новая идеологическая эпоха, предыдущая оказывается неправильной, так вот она не зачеркивается, а она входит в состав вот этой новой культуры в виде, ну, такого, условно говоря, подполья. Тем не менее, древняя культура никуда не делась. Она просто стала частью обрядовой жизни русского народа. Ну вот, к примеру, история с Волосом Велесом. Да, что произошло даже своеобразное разделение, то есть часть этого образа ушла к подземному миру, а часть преобразовалась в святого Власия. Так языческий Велес становится православным Власием. Праздник Ивана Купалы органично вошел в праздник православной Троицы. Колядки, как святочный обряд, Масленица, как праздник Ярила, солнечного круга. Это всего лишь немногие из множества и множества примеров трансформации традиции. Но сама традиция осталась жива, это главное. Даже в самые лютые времена гонений на традиционалистов-почвенников в обществе оставалась тонкая прослойка носителей и охранителей древних обрядов и традиций. Нужно иметь в виду, что вообще оторвана только часть людей от обрядовой жизни. А та часть людей, та часть нашего народа, которая осознает себя, она вершит эти обряды, она знает эти обряды. Иными словами, русские и христиане, и язычники одновременно. Все приметы и суеверия, составляющие неотъемлемую часть нашей бытовой культуры и обрядности русских, достались нам от дохристианской Руси. Их можно отменить указом, за них можно наказывать, сажать за решетку и даже казнить, но победить традицию нельзя. Русская православная церковь обряды вершит, вообще любая религиозная конфессия, она обряды вершит. Поэтому так нельзя говорить. Не вершат обряды те, которые, проще скажем, быдло. Вот быдло, она не чувствует. Или те люди, которые стоят на службе у темных сил. Я бы сказала, что традиция и религия, их нельзя противопоставлять. Это части вот общего фундамента. Свои древние корни человек осознает через архаическую память. В свою очередь, архаическая память подталкивает нас к традициям. Следование традиции становится потребностью для многих и многих русских, но не для всех. Опорами в жизни человека должна быть русская народная культура. Вот ее столпы. Вот русский дух, русская народная культура. Отец с матерью, деды, вот наш, весь наш русский жизнестрой. Вот это опора. А если мы ищем, так скажем, пути у кришнаитов, у баптистов, то это ложный путь. Православная вера русских, как никакая другая, основана на предании, на безусловном уважении предков и их обычаев. Отрицать это значит плохо понимать душу русского человека и его традицию. Уроки православной культуры, к сожалению, были загублены, да, то есть они так и не привились. А вот если бы они привились, это был бы, наверное, первый шаг к возрождению традиции, потому что православие – это тоже наша традиция, мы уже тоже впитали. Другое дело, что русские традиции сейчас действительно загнаны в некое подполье, но рано или поздно они выйдут наружу снова, на свет, и проявят себя. У меня такое убеждение, что все, что происходит, уже свершилось во времени и в пространстве. И все, что чему должно быть, того не виновать. Так вот, наша национальная проблема в том, что нам нужны социально активные силы, в том числе, там, и вот, которые продвигали вопросы духовности, традиции, а не отсиживались в болотах или в кельях. В советское время она корешки подрубила русской народной культуре, очень здорово подрубила, очень здорово. Но сегодня, так скажем, в связи с победой русского духа над силой тьмы, которая произошла в конце 80-х, начало 90-х годов, сегодня пути открылись.
Шоке массы, они не живут этим. Им нужен попкорн, боевик, «Звездные войны», Джеймс Бонд. Но если мы посмотрим школьные учебники, то там нам вообще где-то 1000 лет. Всего с небольшим. Скажем, там первая летопись где-то чего-то упоминает. Такой великий народ и такая мелкая история, да? Ну, это не просто странно, это уже давно многих людей волнует. И причем первый, кто об этом действительно красиво и умно написал, это был Ломоносов Михаил Васильевич. История государства российского. Ломоносовский подход к отечественной истории был побежден нормандской теорией, которая указывала, что русских вывели в люди, так сказать, иноземные князья, что сами по себе русские ничего такого государственного не создали. Но вернемся к пушкинской «Руслане и Людмиле» и ее мифических видений того света и будущего, которое находится забытым, то есть за чертой материального, забытым. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой Егой идет, бредет само собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Нет никаких сомнений в том, что Пушкин описывал некий невидимый мир, преисполненный русским духом. Вот есть русская земля и русский дух. И они воплощаются через нас, через людей. Связь идет через нас. И даже те народы, те люди, которые пребывают на нашей земле, они напитываются нашим духом. Они становятся совершенно иными. На них тоже это воздействует. Любой человек, занимающийся изучением русских традиций, скажет вам, что традиция – это не только память предков. Это еще и способ соединить видимый и невидимый мир. Прошлое через настоящее с будущим. Как делали или умели это делать наши предки. И самое потрясающее в том, что пока жив народ, знания предков в нем живут словно в законсервированном виде. Иначе как объяснить, что несмотря на все гонения и запреты, русская традиция сохраняется и до сих пор? Мы продолжим нашу программу и продолжим разговор о традициях русских. Как сказал один неглупый человек, молодежь у нас неплохая, а разная. Но мы почему-то видим на экранах только праздных молодых людей и девушек, чья жизнь невозможна без ночных клубов, тряпочных магазинов, танцполов, Инстаграм и вечных посиделок в кафешках. Другую молодежь мы почти не видим. Ни крестьянскую, то есть сельскую, ни рабочую, ни тем более живущую русскими традициями. Вы увидите в следующем сюжете других молодых людей, русских, красивых, сильных, верных своей родной земле. Их, впрочем, называют иногда язычниками, сектантами и даже русскими фашистами. Они уже не обижаются, потому что знают, что сектанты действуют на раскол, а патриоты – на объединение. Кстати, и фамилия у нашего главного героя, которую сейчас увидите, нарицательная – Патриотов. Его снимала наша студентка школы журналистики Экспресс-ТВ Юлия Батаева. Итак, сюжет. В России тысячи обществ, общин, клубов, в которых молодежь ищет и находит свои корни. И все-таки ищет. Огромная всероссийская приходская община православных церквей включает в себя несколько миллионов молодых прихожан, девушек и парней. Их мы иногда еще видим по христианским праздникам. А вот кого большая страна и народ не видит вовсе, так это ту молодежь, которая нашла себя в так называемом родноверии. Родная вера. Это не альтернатива христианской вере. Тысячелетнюю жизнь своей родины со Христом отрицать может только глупец. Родноверие – это то, что откликается в душе тех, кто чувствует свою неизбывную связь с родной природой, с землей, с укладом и обрядами древних предков. Так в чем суть славянского родноверия? Это очень простая и это очень естественная вещь для человека. Оно описывает его природу. Оно говорит о единстве человека с природой. А что такое природа? При роде, то есть при своем роде. Жить по канонам, то есть по законам древних, непросто. Жизнь ведь современного человека гораздо комфортнее, безопаснее, она другая. Она другая, чем жизнь наших пращуров. Но Дмитрий Патриотов, глава родноверческой общины Велесье, не считает, что новые технологии и уклад могут быть причиной исторического беспамятства русских. Есть тысячелетняя связь человека со своей землей, с родиной. Здесь человек постигал правила жизни, способы стать сильным, условия, при которых род никогда не кончался. И это я чту, и это я уважаю. Также я уважаю своих предков, которые дали мне жизнь, которые завоевывали земли, которые обустраивали быт,
познавали окружающий мир и посредством былин, мифов, метафор, песен, сказаний, там, танцев в том числе, передавали опыт, накопленный через века. Дмитрий считает, и свои убеждения подкрепляет делами и образом жизни, то, что не нами придумано, не нам и отменять. Беспамятство словно дырка во времени. Вот он и пытается связать свою личную жизнь с жизнью своего народа, своего рода, который жил гораздо дольше на земле, чем люди умеют считать и писать. Родноверы не против каких-либо движений, да, они за свою родовую культуру, за свой славянский народ, просто за то, чтобы мы сохранили свою самоидентичность, да, чтобы мы помнили, кто мы такие, чтобы мы сохранили свой этнос. Дмитрий Патриотов собирает людей на праздники, фестивали, проводит обряды. Сам владеет множеством талантов. Например, играет на когда-то запрещенных гуслях, любимом инструменте волхвов. Хотя сам Дмитрий волхвом себя не считает, он просто радарь, то есть человек, буквально дарящий солнце, радарь. Тот, кто объединяет род, напоминая ему о предании предков. Мы за научные исследования, очень много чего осталось. К сожалению, действительно многое, что было уничтожено. Если есть какая-то дыра и есть белое пятно, это не значит, что надо заполнять какими-то небылицами. Наша родина настолько велика, и наш народ настолько велик, могуч, что ему есть чем гордиться, и не надо придумывать излишнее. Родноверы тщательно восстанавливают жизнь славян по предметам быта, орнаментам и украшениям. Все наполнено особыми символами, зная ключ к которым можно их прочесть заново. Предметы быта, украшения, одежда – все это можно увидеть в лавках славянских товаров. Многие украшения аутентичны, то есть в точности повторяют старинные изделия, найденные в раскопках. Вещи из далекого прошлого рассказывают нам о мироощущении наших предков и о глубоком понимании природы и ее законов. Символика украшений, орнаментов на одежде была в основном обережная, то есть оберегала наших предков. Современные мастера уже на свой лад сохраняют традицию. Задача сделать все-таки современную одежду с традиционным обережным орнаментом, потому что раньше узор, геометрический узор, ну, он имел свой смысл. И считается, что узор оказывает воздействие на здоровье и на судьбу его владельца. То есть получаются рубашки не простые, а такие волшебные. То есть, если правильно узор сделан и в правильных местах, то он может оказывать благотворное влияние на здоровье и на изменения в судьбе. То есть, это так называемый генетический код. Тот, кто носил такую традиционную одежду, знает, что в ней ощущения совсем иные. По словам Анны, люди, надев такую одежду, не хотят ее снимать, чувствуют себя гораздо комфортнее, чем обычной. Такое же чувство защищенности возникает и во время обрядов. Вообще жизнь в старину была невозможна без обрядов. Почти все свои жизненные дела славяне соразмеряли с небом. Это значит, что они уважали не только материальную жизнь, то есть достаток хлеба, но и духовную жизнь. Видели в ней смысл и источник силы. Обряд – это то, что сопровождает человека всю жизнь. Ежедневно, ежеминутно, можно говорить, ежечасно. Обряд нацелен на достижение целей судьбы человека. Вот человеку дается судьба, и для того, чтобы ее достичь, необходимо человеку вести таким образом, чтобы получить опыт в этой жизни, чтобы пройти этот жизненный путь. А жизненный путь может быть пройден только тогда, когда человек опирается на все духовные силы и на все жизненные силы и обстоятельства, которые творятся вокруг него. Обряд создан для того, чтобы человек вошел в гармонию с окружающим миром, в гармонию с самим собой и с теми людьми, которые стоят вокруг него, ну, в данный момент, да, скажем так. А также такой обряд – это обрежение, то есть это наряжение в какую-то праздничную одежду. Это уход именно от бытового содержания. Дмитрий, как и волхвы древности, учится понимать суть обрядов и передавать ее, эту суть, сродникам. Вот, например, один из таких обрядов – прохождение через лабиринт. Традиция многих северных европейских народов, веривших в магическую силу камня. Родноверы создали в Ленинградской области точную копию поморского лабиринта. Дмитрий тоже принимал участие в этом строительстве. Существует много версий того, как работает лабиринт. От нелепой, что это были, дескать, силки для рыбы, до фантастической. Лабиринт – как портал в иные миры. Проще говоря,
на тот свет. В обряде хожения, если идти по часовой стрелке, энергетика человека начинает очищаться. А если против, новые силы прибавятся. Но прежде чем войти в лабиринт, нужно дотронуться до главного камня и мысленно попросить о помощи. Сейчас это назвали бы идолопоклонством, но для наших предков такой обряд играл роль духовной бани. Человек как бы очищался и набирался сил. После этого дела шли намного лучше. Можно сказать, каждый день встаешь с той ноги. Чистота помыслов – это то, чем наши предки дорожили более всего. Нечистый человек – значит слабый. Обряд создан для того, чтобы достичь внутренней гармонии человека. Поэтому если человек достигает каких-то результатов, да, это относится к любой религии, тогда он приходит снова. Другой обряд посвящен Всевышнему роду. Дмитрий и товарищи периодически проводят его, становясь в круг и распевая имя Бога, они не только сонастраиваются со Всевышним, но и друг с другом. Корни этого обряда нужно искать в древнем празднике рода или рожениц, целью которого было почтить память предков, укрепить силы и возможности рода, а также объединить семью. Этот праздник в искаженном виде нашел отражение в современном отмечании Нового года. До сих пор существует традиция собираться с семьей за праздничным столом у символического обрядового дерева. В общине родноверов невозможно представить себе праздник с алкоголем. Нашим предкам не приходило в голову менять свое сознание таким странным способом. Молодежь приходит к нам, и интересная история, обычаи, наряды, там, занятия спортом. Да. Мы это все можем дать. Мы можем показать, научить, обучить. Могут дать молодежи то, что на самом деле не нужно. Взамен алкоголя, табака и так далее. Если присмотреться, как Дмитрий играет боевым топориком, то сразу становится понятно, что для этого необходимо не только ловкость и сноровка, но и умение сосредоточиться. Выпивший воин вряд ли повторил бы или овладел таким искусством. Если ты что-то отберешь человека, но не дашь ничего взамен, в его сердце будет возрастать лишь злость и ненависть. И ни к чему хорошему это не приведет. Если вы хотите созидать, созидайте, но не разрушайте. Возрождать традиции – это не значит возвращать их. Все хорошо к своему времени. Поэтому современное язычество или родноверие – это не жизнь вчерашним днем. Родноверы не реанимируют то, что уже умерло, а выводят на первый план все, что сохранил народ, что является неотъемлемой частью его культуры и культурного наследия. Кстати говоря, и сознания. Нам хочется, во-первых, донести до людей свое родное, пробудить, может быть, некую родовую память, что ли, да, чтобы все-таки люди вспомнили, а как это было, чтобы вот эта мудрость предков, она не потерялась, и это можно с успехом совмещать сегодня. Современному человеку незачем жить укладом тысячелетней давности, да и нет его давно уже, того уклада, но преемственность жизни никто не отменял. Есть же такое понятие, как линия жизни. Разрывов в ней быть не должно. Понять своего предка, услышать то, что слышал предок, и надеяться на то, на что он надеялся, это важно. Как важно и то, чтобы передать свои надежды и веру уже своим потомкам, если, конечно, будет что передавать.